Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Чому по Російській Федерації оголошували план Килим? Хто знову хоче дзвонити Путіну? Можливо, це Путін хоче, щоб йому нарешті хоч хтось зателефонував? І як може Кремль використати загострення та масштабування конфронтації на Близькому Сході? Про це не тільки говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, Борис Тізенгаузен, політехнолог з нами. Борисе, привіт, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Із самого ранку, 6-ї ранку, не відлітали в теплі і нетеплі краї із аеропорту Казані, а перекривало там, Борисе, все. План Килим вводили. 6-ї МСК по московському ворожому часу вводилися тимчасові обмеження на роботу аеропорта в Казані. Повідомляли про це в Росавіації, зокрема, і про це писали їхні там різні інформаційні помийки. Окрім того, стало пізніше відомо про те, що аеропорт Нижньокамська, це біля Єлабуги, також призупиняв свою роботу. В Татарстані було, очевидно, неспокійно, ну, або до чогось готувалися. І що треба нам розуміти? Можливо, поновляться атаки на завод Татарстані, адже саме зараз ми знаємо за підрахунками аналітиків Defense Express, зокрема про це говорить Іван Киричевський, що росіяни в такому темпі зараз нарощують виробництво дронів, зокрема і в тому ж Татарстані, що мали виготовити 6 тисяч дронів до осені, а справилися вже на серпень. Що треба розуміти про план Килим і про те, коли поновляться і чому, до речі, ми не б'ємо по Татарстану? Ну, хороший вопрос. Били мы один раз по Татарстану и попали по производственным помещениям. Там работают как раз в большинстве своем иностранцы, причем не только там граждане Центральной, Средней Азии, но и из Африки. Ну, откуда набрали, там те и работают. Действительно, россияне нарастили производство шахедов, и вот сейчас там новую якобы модель они тестируют, свою эту, как она там, Гербера называется. Ну, в общем, нет там особо радостных новостей. Вопрос в том, что компоненты, которые россияне сами производить не могут, они успешно, судя по всему, и в достаточных объемах закупают. Здесь неоднократно Соединенные Штаты прям уже не намекали, Блинкин недавно напрямую сказал, что не может Китай одной рукой за мир чего-то там подписывать, а другой рукой передавать России все, что нужно, необходимо для войны. Поэтому, конечно же, с этим тоже нужно бороться. Туда, к сожалению, ну, во-первых, далеко, во-вторых, россияне объекты такие важные для них, а в промзона в Алабуге, там Елабуга – это город, а Алабуга – это особая зона называется. Вот эта вот особая зона, где производят шахеды, она имеет, ну, естественно, важный статус и охраняется довольно неплохо. После прошлой атаки россияне сделали выводы и там немножко переориентировали, перестроили свою защиту в плане ПВО. Понятное дело, что ракеты такой дальности, они бы там уже сразу на ноль помножили производство шахедов, но мы видим, что пока никто не спешит давать нам добро на удары, я уже не говорю там на такое расстояние, даже на 300 километров, то есть, чтобы могло решить целый ряд задач. Взлетели бы арсеналы на воздух, и россияне бы лишились тысяч тонн боеприпасов, которые, если там не взлетят на воздух, то полетят, соответственно, в нашу сторону. Вот, ну, это не очень хорошие новости. Да тут и не нужно быть супер, как это, прозорливым. Мы видим каждый день атаки шахедами в количестве там от нескольких десятков до сотни штук. Естественно, это говорит о том, что проблем у россиян сейчас с шахедами нет, к сожалению. Превеликий жаль, немає. Вони нарощують виробництво. І, Борисе, в Китаї ви влучно зауважили, там оці гарпії А3 якісь будуть виготовлятися. Ну, дивно, що Китай забуває зняти чи то труси, чи то хрестик, на превеликий жаль. Можливо, Штати, які про це попереджають, і Китай, зокрема, активізуються і ведуть ще черговий пакет санкцій проти Китаю. Чи як хоча б тут мінімізувати постачання тих дронів, які летять на наші голови потім? Тут даже скорее не дроны, а компоненты. То есть я практически уверен, что корпусы они шлепают у себя там на
этих много чего делают. Ну а вот начинка, навигация, там, двигатели и все остальное это уже закупают. То есть найти в современную эпоху, в цифровую эпоху, найти следы, кто и где закупает, хоть ты через Мали закупай, хоть через какую-то другую дружественную Российской Федерации страну, найти проще простого. Я уже молчу, движки для дронов этих ударных, но россияне как-то же и авиационные запчасти умудряются закупать, и компоненты для ракет более сложные, микрочипы. Все же прекрасно понимают, что, ну, вот, например, там есть несколько компаний, через Гонконг закупают. Авиационные запчасти, ну давайте так скажем, если у тебя рост аномальный по закупке, небольшое государство, у которого там свой авиационный парк гражданской авиации крайне ограниченный, туда аномально высокие закупки пошли, запчастей, которые нужны россиянам для того, чтобы чинить там Боинги и Эрбасы, то это, наверное, можно же заметить все-таки. Да, сейчас более эффективно действуют на рынки финансовых санкций. То есть там россиян ждет сюрприз 12 октября по лицензиям, по всему остальному. Там Мосбиржа еще кое-как через юань торговала, но сейчас и это она не сможет сделать. Но, как мы видим, это проблема для россиян, но не критическая проблема. То есть давят, все прекрасно знают, через какие страны идет обход санкций. Прекрасно знают, когда у тебя товар заходит в страну, и там же остается, потом катится в Россию. Ну, то есть схем для обхода санкций – вагон и маленькая тележка. Сейчас есть надежда еще на саудитов, кстати, которые пригрозили всем нарушителям ОПЕК: будете шалить, обвалим нефть до 50 долларов. Вот это было бы очень хорошо и прекрасно. Напомню, это была ключевая причина. И те же самые саудиты тогда тоже стали, первой скрипкой в этой теме. Это была причина, по которой в большей степени развалился Советский Союз, который на нефтяной игле сидел. Поэтому вот цены на нефть это важно. Теневой флот это очень важно, бороться с ним. Ну вот пока так. Більш ніж важливо. До речі, цієї ночі Міністерство агресії Російської Федерації відзвітувало про те, що їх бомбардував київський терористичний режим аж 113 українськими безпілотними літаковими апаратами. Як вони написали, 73 безпілотники на території Білгородської області, 25 на території Воронежської. Там, до речі, Борисоглебськ, де аеродромчик, теж було неспокійно. 14 безпілотників на території Курської, майже вже не Російської області, і один на території Брянської. Борисе, ми з вами тільки позавчора обговорювали, що стало применшувати Міністерство оборони Російської Федерації ту кількість дронів, які вони буцімто присікають і зупиняють, які взагалі на них летять, по 7-8, значить, як дітей хоч в одну сім'ю Путін по Росії, так ті писали про дрони, 7-8 дронів за ніч, а тут знову більше сотні цифра. А чому вони знову кажуть, хоч не правду всю, але тим не менше, і що, чи це ми насправді поновили більш масовані атаки по них? Там местные паблики всякие, Z-патриотические, писали, что 200 беспилотников. На утро их оказалось уже 113. У меня почему-то есть ощущение, что вот больше 125, как вот Путин первый раз после Российскую Федерацию атаковали, сразу после того, как Путин сказал, что если, не дай бог, массированный удар беспилотниками Украина совершит. Вот тогда доктрина и вот это ко-ко-ко, все, как он любит, говорил. Есть ощущение, что будут они занижать существенно. Во-первых, чтобы показать, что какая там, да несерьезно, сотня дронов на всю Россию, это вот максимум, что они могут и так далее. Во-вторых, да, чтобы не было паники, потому что тут много вопросов возникает у россиян. И к плану Путина, и к планам Путина, и к вопросу, что все идет по плану у Путина, и к 1 октября, и к Курской области, про которую вы сказали, Ирина. Поэтому мы сейчас еще вернемся к этому вопросу. Вот. Поэтому будут занижать, будут рассказывать, что все сгорело. Максимум, вот эта мне формулировка просто очень понравилась. В прошлый раз, когда попали, не так хорошо попали, как хотелось бы, в один из арсеналов, местный глава населенного пункта, возле которого арсенал этот был, он новую версию выдал. Значит, версия следующая.
сбивают беспилотник наш, обломки, ну, те самые высокоточные, да, как говорят, не так страшен дрон, как его обломки. Падают обломки, обломки поджигают траву, по траве огонь идет до предметов, которые уже могут там где-то детонировать. То есть вот эта цепочка, да, то есть чего нам не хватает? Эффекта линзы, да, условно говоря, какая-то линза от беспилотника лежала, солнышко вышло, через нее подожгло траву, и вот так вот, значит, произошел взрыв. Вот. Поэтому, конечно, будут сейчас занижать. Конечно же, Песков уже отреагировал на то, что не нужно привязывать новую доктрину к тому, что Украина запускает дроны. А к чему привязывать тогда? А к чему действительно? Так може вони самі не знають, до чого Борися прив'язувати. Це просто була чергова лякалка на фоні візиту президента України Володимира Зеленського тоді і української делегації до Штатів, очікувані дозволів бити далекобійною зброєю по території РФ. От Путін і виріс 25 вересня з цією великою пропозицією зміни ядерної доктрини. Прикметно, що навіть нікуди на листках, які вони так люблять, її ж не записали. Да, не написали її ще. І що саме інтересне, то есть местные уже на каналах всяких пропагандистов уже трактовочки дают, мол, ну, может, речь-то не про беспилотные украинские аппараты идет, а ну, про западное же оружие. Ну, вот так, может, имелось в виду. Тут же, если ядерное государство помогает не ядерному, а в чем тут помогают? Украина сама запускает. Ну, короче, какую-то казуистику они уже начали уходить. Поэтому я думаю, что 500... дронов, 1000 дронов, Путин с российской Минобороны скажет, что прилетело 300, а Путин скажет, а это не массировано. Ну, массировано это вот миллиард, если запустит, вот тогда это да, это точно. Ну да, да, мільярд або кілька, або потім скажуть, мільярд було тяжко порахувати, то ми почекаємо, поки ще більше всю Росію накриє, а тоді масоване килимові бомбардування. Але вони дочекаються, звісно, вони ж все для цього роблять. А на території своєї великої російської області не роблять щось нічого. Тут так раділи напередодні за двоєнкори, щоправда, не всі, бо деякі кажуть, ну що нам з того, далі буде важко, що росіяни за 3 роки повномасштабної війни майже вдалося їм взяти вугледар. Дуже вони цьому Борису фонтанували просто радістю, щоб не сказати інакше, бо ми в культурній програмі, значить. Але вони забули при цьому додати, що на території їхньої Курської області, якось м'яко кажучи, все не слава Богу. І далі, до 1 жовтня повідомляли про те низка російських медіа і близьких до Кремля чиновників, казали про те, що Путін до 1 жовтня дав наказ деокупувати Курську область Російської Федерації. Сьогодні на календарі у нас 3 жовтня, четвер, коли ми проводимо з вами цю розмову, а українські збройні сили і досі там, як то кажуть, досі на території Курської області. А що ж трапилося? Що йде не за планом? Де ж велика деокупація такого важливого, напевно, для Путіна рідного регіону? Чи Вугледар просто затьмарив грандіозні плани деокупувати Курщину? Так от це головний питання. Тобто не освобождають свою ісконну територію, хоча там насчет ісконного ще багато питань, а пытаются отхапать чужую. Да, да. Ну, то есть вот спасение уничтоженного, сожженного Донбасса, ну, в их понимании спасение, важнее, чем спасение Курской области. Ну, опять же, в их понимании спасение. Это загадка, конечно, для всех, но не для мыслящих людей, естественно. А разгадка здесь очень простая. Путину нужно отползти из этой войны с куском чужой земли в зубах, в идеале, чтобы еще сняли санкции, ну, как минимум частично, и в идеале, чтобы, не дай бог, Украина не вступила ни в какой-нибудь военный союз. Все. Вот он делает все для того, чтобы украсть кусок чужой земли, даже если потеряет часть своей, ну, или не будет контролировать. Потому что, если он не контролирует часть территории, то это чьи проблемы? Проблемы тех жителей, которые там уехали, выехали, где-то там живут по эвакуациям, где-то в спортзалах их размещают. Это их проблемы, да и только. Проблемы россиян Путина мало интересуют. И еще один главный вопрос для россиян тоже. Кусок оккупированной земли украинской, если посмотреть на карту,
он на порядке меньше той земли, которая сдана Китайской Народной Республике, там, на Дальнем Востоке, ну, фактически, давайте скажем так, отдана. Поэтому смотрим на Запад, там прям берем населенные пункты, маленькие села украинские, но на Восток никто, конечно же, не смотрит. А почему эти земли будут сданы? Потому что такой степени зависимости, как сейчас, Россия никогда не имела от Китая. На коленочках Путин ползает, пожалуйста, сила Сибири-2. Да. Си Цзиньпин его вот так ногой отошел в сторону, мол, шелудивый. Буду строить газопровод с Казахстаном и с Туркменистаном, но не с тобой. Причем Китай же выдвинул ему условия по газу, знаете какие? $62 за 1000 кубов. Сейчас Китай по 260 покупает. 62 – это российская внутренняя цена. Да, как на внутреннем рынке, так он и хочет за такую цену закуповывать. Да, только вопрос в том, что из бюджета субсидируется продажа газа по такой цене россиянам. То есть из бюджета доплачивается. Россияне не платят рыночную некую стоимость. И Китай говорит, ты нам газ поставляй, свой, значит, силу Сибири строй, и еще и доплачивай за это. Вот как Китай говорит. И вопрос встает следующий. Консервировать месторождение, потом это довольно сложный трудоемкий процесс, их запускать дорогой, или же продавать за бесценок в ноль, а то и в минус Китаю. Угадайте, что выберет плешизавр, как вы думаете? А я вот и не знаю, а вы как думаете? Я думаю, что продавать любыми средствами он будет держаться в этом кресле, даже если пол России в ад погрузится, хотя уже давным-давно это произошло. Він буде продавати і за безцінь, і за все. Він же ж не цінує нічого, ні життя своїх вже 600 тисяч плюс вбитих російських окупантів. Йому байдуже на Курську область, йому байдуже на життя інших в Росії, які там все в них валиться, рушиться, і теплотраси прориваються, і не тільки. То, я думаю, що так, все буде робити. І триматися за останні свої зусилля, втримати, бодай, такого союзника, який його використовує просто поповній, насправді, як Китай, звісно, і не тільки. Кремль тим часом використовує конфлікт на Близькому Сході для посилення свого впливу в регіоні. Принаймні, аналітики Американського інституту вивчення війни, аналізуючи дії Ізраїлю щодо Лівану, атаку Ірану у відповідь на те, що прибрали 32-річного, який був 32 роки, очолював Хезболу Хасана Насралу, атакував Ірану у відповідь. Все це аналізує, значить, інститут вивчення війни, говорить про те, що Кремль намагається використати конфлікт на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де Росія відіграє провідну роль. Американські аналітики зауважують, що це охоплює зусилля зі створення альтернативної євразійської архітектури безпеки, зокрема. Тому що вони ж там засуджують, звісно, операцію армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану. Кажуть, Росія протистоїть тому, що вона називає політичними вбивствами, які здійснює Ізраїль. Ну, а насправді, я вчора говорила зі сходознавцем Михайлом Якубовичем, і він говорить, що Росії це ще й вигідно, тому що якщо Іран все-таки втягнеться по повній цій війну і піде на більш широкомасштабну ескалацію, так би мовити, то тоді Росія може шантажувати, Іран може тримати його на короткому повідку, аби допомагати йому, наприклад, зброю, але за це брати так само зброю, аби показати, що Іран ізольований від всього світу ще більше. І от Росія готова підставити своє плече, хоча Росія сама просить в Ірану зброю. Ну, тобто, як ви тут бачите, як дійсно Кремль зараз може використовувати конфронтацію, яка масштабується на Близькому Сході, і чому ви вважаєте, що в Кремлі навіть занервували через те, що операція Ізраїлю така зухвала, самовпевнена і доволі масштабна, і вони ні в кого не питали, коли їм переходити червоні лінії. И взяли и перешли через кордон с Ливаном и працуют. Ну, есть несколько моментов. Да, действительно, Россия сейчас будет опять пытаться всем продать себя как того, у кого хорошие отношения с Ираном, и кто готов стать посредником в переговорах и так далее, и так далее. Но Путин же сам клянчит у Ирана и баллистику, и шахеды. Это раз. Во-вторых, чем меньше ракет у Ирана, тем чем слабее военный потенциал Ирана. И, естественно, я говорю сейчас в контексте уничтожения прокси иранских. Хизбалла, Хамас, йеменские хуситы и все остальные.
тем проблемнее Ирану будет поставлять оружие в Российскую Федерацию. Напомню, что и Иран, и Россию по факту спасает Китай, что иранскую нефть покупают в Китае. Иран уже 100 лет под санкциями, у Ирана свой теневой флот тоже есть, в общем, там все как полагается. Но Израиль всем спутал карты. То есть вы же наверняка, все мы, видели, как не эскалировать просят Израиль, не нужно этого делать, не нужно. Израиль берет просто и уничтожает всю верхушку Хизбаллы. И в Йемен заходит, а еще, кстати, занервничали, потому что в этих арсеналах Хизбаллы стали находить много российского оружия, прилично. Ну, понятно, что они там и Асада снабжали, и Хизбалле перепало, и инструкторы там тоже, сами знаете, чьи, и в Хамасе, и в Хизбалле. Поэтому обмен диктаторскими и такими любезностями. А еще почему Россия может, ну, должна, по идее, нервничать? Потому что если Израиль сделает жесткую ответку, это может быть либо точечная ликвидация, ну а кого могут, кто под прицелом? Верхушка Хизбаллы уничтожена, сейчас верхушка Хамаса уничтожена. Того, кто давал приказ на ракетный удар по Ирану, так это верховный иранский лидер Аятолла Хаменей. Поэтому тут, которого, кстати, сейчас тоже в бункер упрятали. Вот если Израиль ударит либо по ядерным объектам иранским, как прогнозируют некоторые, либо, что еще, мне кажется, будет более эффективно, по портовой инфраструктуре, там, где все терминалы, нефть и все остальное, либо тревога у нас. Так, да. Отак, либо, ну, то есть, вот, хочешь отбросить в каменный век, уничтожь там, точки, где Иран зарабатывает. Это портовая инфраструктура. Хуситам уже привет передали туда, в Ходейду, разнесли нефтехранилище. Если совсем там все, как говорится, пожечь, то это будет колоссальная проблема, они не получить, не отправить ничего не смогут. Все будемо жечь. І ми, і наші західні партнери. Борисе, бережіться, будь ласка. Вже кажу вам тоді до побачення. Ну, бачимо, що Росія просто в прямому ефірі веде вбивство проти нас і пускає на наші голови шахеди. І не тільки чуємо, що поки ми говоримо, то лунає повітряна тривога в столиці. Друзі, бережіться, будь ласка. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо зараз, от поки ми говоримо, це ранок у нас з вами 3 жовтня, то в Києві і по центру, Борисе, і по сходу є, значить, червоніє наша країна, є повітряна тривога і повідомляють моніторингові пабліки про загрозу балістики зі східного напрямку для областей, де оголошено повітряну тривогу. Тож бережіться, бо до наступного тижня побачимось. Борис Тізенгаузен, політехнолог, Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що ви разом із нами вже стільки часу, що ви завжди регулярно приходите, дивитеся. Дякуємо за вашу активність. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на Ютуб Бориса. Посилання в описі під цим відео, там ще більше аналітики, і на Ютуб 24-го теж. Побачимось і переможемо.